Доброе утро. Сегодня суббота, мы сейчас едем на базу, и сегодня прям вот большой должен быть день. Мне сегодня привезут некоторые посылки, которые я довольно-таки долго уже жду. И мне привезут сегодня огромное количество разных коробочек, которые я буду разыгрывать в виде домашней студии на своем основном канале Hellscream Academy. Погнали! Просто не представляете себе, какой угар доставляет вот эти вот прикольные такие ходовые съемки, потому что я сейчас вот ради монтажа просто пересаживаюсь в машине с одного места на другое. Пересаживаюсь обратно. Безудержно эта движуха, постоянно ходить снимать. Я все-таки начинаю привыкать на народе как-то спокойно все это делать. Сейчас, короче, прикольный кадр буду доделывать. Случайно щелкнул пальцами, и получилось прикольный транзишн между двумя кадрами. Сейчас снял прикольную тему такую, поставил камеру вот сюда вот и по четырем позициям в машине перемещался. Вообще угарно должно получиться на основном видосе. Я сейчас вот на академский канал снимаю видос про 5 параметров нормального экстрим-вокала. Я тут немножко держу, конечно, от вас в секрете то, что собираюсь приобретать летающую камеру, ну, то бишь дрон. Хочу взять Mavic Air, и, судя по всему, он просто ждет, пока я его куплю, потому что я хотел поснимать вот эту вот всю желтизну, вот эти вот такие деревья, сверху именно над лесом полетать у нас около дома, потому что зимой этого видно не будет. Хотя зимой тоже прикольно было бы поснимать, просто вот именно сейчас этот момент, помните, да, в одном из недавних влогов я вышел на улицу, там просто снег валит. Нет снега больше. Приехал, короче, на базу, и зацените, что мне привезли. Аккуратно распакую чем-нибудь. Поищу чем-нибудь распаковать. Ну, и ничего круче, чем гитарный джек, я, естественно, не нашел. С чехлом. Прям пахнет новым. Это, господа, Бузуки. И, судя по всему, ее все-таки стоит настроить. Ссылочку на магазин оставлю вам в описании. В общем, едем уже домой. Я сегодня отснял уже сейчас 4 пункта из вот этого вот листа. Такого прям лютого. По сценарию, который я снимаю про 5 параметров экстрим-вокала. И у меня просто целый багажник вещей. Домашняя студия. Короче, хочу поделиться с вами некоторыми размышлениями на тему вот этих вот всяких мотивационных видосов, потому что я заметил одну интересную тему. В общем, на протяжении нескольких месяцев я снимал влоги 5 дней в неделю, то есть не 7, а 5 дней в неделю, чтобы выходные какие-то все-таки иметь свободные какое-то время, потому что я еще альбом пишу, как бы не успеваю делать все сразу все-таки. 5 дней в неделю снимаю видосы, я умудрялся выпускать еще 2-3 ролика, плюс проводить стримы на основном канале Hellscream Academy. Потом в какой-то момент я такой думаю, дай-ка я буду порезать.
быстрее же их выпускать. И получилось так, что производительность и на большом канале у меня тоже упала значительно. То есть реально я начал выпускать по одному, по два ролика на большом канале. Вот, то есть получается, что когда я в угаре, в раше делаю 5 роликов в неделю на влоговый канал, просто замесом одно за другим, получается, что я делаю еще 3-4 на основной канал, где не нужно каждый день выкладывать, это не влоговый канал. То есть чем больше работаете, тем больше профит получается и тем больше мотивации все это делать. Потому что, допустим, меня очень круто мотивируют ваши комментарии и вопросы, которые вы задаете. То есть чем больше вот этих вот вопросов каких-то интересных, таких вот жизненных, да, точно так же, как и на академском канале, когда народ задает интересные вопросы, пишет типа супермонтаж, там супер тема, вот так вот и монтируй, вот так вот и снимай. Это очень мотивирует снимать видосы просто еще. Я хоть 2 ролика в день могу выпускать, на самом деле. Просто мне тогда некогда будет еще и занятия вести. Это реально дичайший угар. Напишите, что вы думаете по этому поводу. В общем, приехали домой, уже времени почти 3 часа утра, я просто все разгреб, успел еще там заочки ответить. И завтра, наверное, расскажу вам еще одну часть из альбома, поиграю немножко на бузуке, я ее настроил, поставил, чтобы она немножко просто привыкла к струнам, к натяжению. Увидимся завтра.